Строительство автодороги Минеево-Дальний, соединившей улицы Минскую и Фрунзе, официально завершилось. Протяженность новой трассы – 1 километр 700 метров. В рамках подряда заасфальтировали не только проезжую часть, но и пешеходную зону. Также проведена работа по отведению сточных вод. На перекрестке с улицей Фрунзе обустроена развязка. Вдоль дороги появилось освещение, знаки, остановочные павильоны. Часть работ была выполнена в прошлом году, часть – в этом. Общая стоимость дороги – 227 миллионов рублей. В рамках строительства объекта подрядчик должен был выполнить полностью трассу дороги, которая состоит из подстилающих слоев песчаных, двух щебеночных и трех слоев асфальтобетонного покрытия. Верхний слой усиленный, мастичный, для повышенной износостойкости ввиду того, что улица магистральная и рассчитанная на большой поток тяжелого транспорта. Все строительные работы завершены и движение по дороге открыто, но точка в строительстве пока не поставлена. Объекту еще предстоит пройти проверку комиссии Госстройнадзора.